Это программа «День с толком». Итоги уходящей недели снова подведем вместе в студии Елена Макаренко. Здравствуйте. Начнем выпуск с социально-экономической повестки. На этой неделе РИА «Рейтинг» подвело итоги большого официального исследования об уровне зарплаты в регионах России. Алтайский край попал в хвост данного рейтинга. По данным агентства, за 2021 и 2022 годы наш регион по уровню вознаграждения работников занял 82-ю позицию. Это третье место с конца. Доля сотрудников зарплаты выше средней в Алтайском крае составляет всего 11,5%. Это несколько выше, чем в той же Ивановской области, которая занимает последнее 85-е место, но всего на 3 строчки выше. А вот безусловный лидер по уровню трудового вознаграждения – Ямало-Ненецкий автономный округ. Там выше средней зарплаты получают больше 70% работников. Затем идут Чукотский и Ханты-Мансийский округа. В десятку лидеров вошли также Москва и Санкт-Петербург. А между тем барнаульцы устроили настоящее столпотворение из-за возобновления работы популярного у молодежи магазина одежды. Задолго до его открытия стояли многометровые очереди, и когда двери распахнулись, людей в магазины были вынуждены пускать партиями. Как относятся горожане к закрытию зарубежных брендовых точек и где планируют одеваться в будущем, расскажет Мария Мацаева, свидетель ажиотажного шопинга. Пока зарубежный масс-маркет плавно уходит с российского рынка, жители Барнаула готовятся переходить на рынок обычный. И прямо сейчас раскупают последние модные остатки. Очереди приличные и, главное, не подраться с кем-то за последнюю кофточку. Расскажите, пожалуйста, за кем можно встать? Перед окончательным уходом из нашей страны шведский магазин решил провести разовую акцию и распахнуть свои двери. Но многие задаются вопросом, для чего? Это жест щедрости или способ быстро продать залежавшиеся остатки? И ведь распродажа проходит почти без скидок, а некоторые вещи продают даже с наценкой. Но людей это не останавливает, они продолжают выстраиваться в очереди. И чтобы не было давки, в магазин пускают партиями по 50 человек. Очередь очень медленно продвигалась. Ну, когда сказали, что можно заходить, мы почти что пробились. Но с коляской нас пропустили. Потом долго ходили, выбирали, потому что вещи как бы уже разбросаны и не сильно их много. Примерочные были заняты, поэтому мерили так. Есть что-то. В школе что-то забрали уже размерного ряда, как такового большинства нет. Mm-hmm. Вот, но удалось. Те, кто хотят, приходят с утра и добиваются поставленных целей. Мы почти 3 часа стояли, почти 4. Да. Просто ровно такая же очередь, как на вход, да, так же и кассам. Народ наш запасливый, вещами закупился на годы вперед. Но вот где планирует одеваться потом? Я вообще не понимаю, неужели у нас на рынке так мало товара, чтобы вот так стоять, биться? Мы люди Советского Союза, и меня просто это шокирует. Ну а где вот сами одеваете сейчас? Ну я в основном в Новосибирске, на Опте. На Опте? Ну да. Ну а вот по качеству там вещи лучше, наверное, чем... Ну всякие разные есть, на любой кошелек. Сильно расстроена, что вот сейчас такие магазины находятся на нашего рынка? Да. Ну это дает возможность российским брендам развиваться. И как бы, ну, я не расстроена, честно скажу. Ну, а вот альтернативы-то какую-то видите? Вот где теперь? Ну, конечно, это в городах-миллионниках больше на данный период времени развито. Но будем надеяться, что и барнаульские наши дизайнеры не подскочают. Поэтому есть возможности. Точки крупнейшего в Европе магазина одежды планируют закрыть в России, когда будет распродана хотя бы половина ассортимента. Люди по-разному относятся к уходу зарубежных брендов с отечественного рынка. Между тем, по данным рабочей группы Национальной технологической инициативы, которая оценивает продукты рынков, российские фэшн-производители смогут занять потребительский рынок не скоро. По оценкам экспертов, его половину закроют лишь к 2030 году. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Онлайн-торговля набирает обороты в России. Так, за первый квартал 2022 года доля этого сегмента выросла на 65%. Люди в интернет-магазинах покупают и продукты, и технику, и одежду. Часть пользователей цифровых площадок называют себя предпринимателями. Ведь благодаря современным технологиям заявить о себе стало легче. Но поддался ли общим тенденциям рынок продаж в Алтайском крае? И что в целом с ним происходит, расскажут мои коллеги. 2022 год, когда онлайн-торговля в России вновь набирала обороты. На цифровые площадки валом пошли покупатели, а продавцов становилось как грибов. Новые платформы осваивают с начала пандемии, но февральские события этого года заставили еще пристальнее присмотреться к онлайн-рынку.
Основной потребитель площадок, основной участник торговли там, это малый и средний предприниматель. И в том числе и самозанятые, которые сейчас очень массово появляются на рынке, выходят со своими услугами. Мы видим по статистике, что примерно 60-40% это предприниматели действующие и самозанятые. По данным регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, с января по май представителей малого бизнеса на Алтае меньше не стало. А ведь они первыми ощутили на себе различные санкции. Самозанятых в крае уже больше 48 тысяч, и эта цифра за последние полгода сравнялась с количеством ИП. В непростых экономических условиях игроки смело идут в онлайн. И малый и средний бизнес, и тяжеловесы рынка. Барнаульский завод, выпускающий продукцию для туризма, охоты и рыбалки, тоже создал карточки на маркетплейсе. Стараемся что-то модернизировать, что-то улучшать для того, чтобы быть востребованным, чтобы люди нас сравнивали с каким-то продуктом, в том числе и китайским, и выбирали наш продукт. И еще, конечно, смотрим для того, чтобы быть все-таки конкурентоспособными в цене, потому что на сегодняшний день это сложно в связи с тем, что и курс доллара постоянно скачет, и логистика там где-то, фракт поменялся в цене. По данным московской компании Ready, которая занимается поиском товаров, услуг и профессионалов, кризис 2022 года отличается от прежних. Начался он на фоне пандемийной нестабильности экономики. Такого количества санкций ушедших компаний еще не было. При снижении уровня доходов населения на 9% инфляцию прогнозируют в 20%. Это неблагоприятный уровень, когда прибыль предпринимателей бьется о снижении покупательской способности населения. И вот что регистрируют маркетологи. Потребители стали более экономными. Они чаще отказывают себе в покупке небазовых продуктов. Все это ухудшается и общими опасениями потерять работу. Все чаще россияне выбирают отечественную продукцию. И не только из-за санкций или взлетевших цен. У части населения действительно испортилось отношение к импорту. Люди переходят на массовую закупку. В частности, продажа товаров первой необходимости выросла на 20%, заявляют в Ready. Изменились и каналы продаж. Привлекательность растет у маркетплейсов. Число рекламных каналов и способов продвижения бизнеса одномоментно очень сильно сократилось весной этого года. Дешевый доступ к клиентам, он все-таки в первую очередь это через онлайн, поэтому здесь действительно продавцы сейчас идут на площадки, где есть большая аудитория, которая готова покупать. Соцсети в первую очередь созданы для общения, и только потом аудитория воспринимает их как канал продаж. А когда не до шуток, востребованы онлайн-платформы для коммерции. В частности, на Авито перешла уже половина российских предпринимателей. С января рост участников составил 20%. По словам Виктора Соковнина, при наличии офлайн-точек до 70% доходов от продаж бизнесу приносят цифровые платформы. Этому есть причина. За годы пандемии люди привыкли гуглить товар, поэтому в онлайне проще расширять географию. За прошедшие полгода здесь фиксируют значительный рост числа предпринимателей, которые предлагают товары и услуги, автодилеров и бизнесов, связанных с продажей или арендой жилья. Даже сотрудников ищут на Авито. Да, потребители сохраняют лояльность к товарам, бывшим в употреблении, но при этом растет и доля новых товаров. Более 40% продукции на площадке совершенно новые. В компании это объясняет легкостью входа на платформу для предпринимателей. Вазон также фиксирует рост активности. Чаще всего жители Алтайского края покупали мебель, одежду и товары для гигиены. В Алтайском крае в первом квартале этого года оборот от продаж площадки вырос втрое. На маркетплейсе стали совершать покупки в 2,5 раза больше покупателей из Алтайского края. Из-за непростых условий экономики, сначала пандемия, потом санкции, онлайн меняет сам подход к купле-продаже. Цифровые площадки организуют целые системы защиты продавцов, покупателей, доставку. В Алтайском крае действует 500 постаматов различных сервисов. А предприниматели, начинающие и опытные, изучают новую среду, например, на курсах. Они изучают то, как нужно упаковать правильно свой товар, чтобы он продавался, и как его продвигать на этих площадках. Дизайн, реклама, вот это имеется в виду? Ну, конечно, все-таки рынок специфичный, и нужно, чтобы тебя сразу заметили, чтобы при наличии большого выбора и большой конкуренции на площадке видели именно твой продукт. В прошлом году там у того же Амазона продажи в Великобритании выросли на 50 с лишним процентов.
Это происходит уже там не первый год. Доля онлайн-ритейла постоянно растет. То есть если мы возьмем долю онлайн-ритейла в России, она за прошлый год, вот в 2021 году, она увеличилась с 6% до 7,5%. А это означает огромные перспективы внутри российского рынка. Вместе с тем, в Авито замечают изменения самого подхода к жизни. Люди начинают рассуждать с позиции продаж и становятся предпринимателями. Пусть небольшими, но свою карточку заводят. Ежемесячно на сайт заходит 56 миллионов пользователей. Кстати, по данным Алтайского фонда развития МСП, женщины смелее идут в онлайн. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Видеокамеры на полосах для общественного транспорта полностью заработают в конце сентября, начале октября. Такие сроки назвали в Барнаульской мэрии. В ГИБДД же сообщили, что 4 комплекса видеофиксации уже работают в тестовом режиме. 4 еще устанавливают. Некоторое время понадобится на подключение оборудования к системе видеофиксации. Напомним, так называемые выделенки для общественного транспорта появились в Барнауле в мае после закрытия на ремонт моста в районе Нового рынка. На участках в трех проспектах Ленина, Калинина и Строителей, а также на улице Аносова стали действовать особые правила для разгрузки движения в центр города. Для того, чтобы на указанных участках водители не нарушали ПДД, там устанавливают видеокамеры. Если они зафиксируют выезд на выделенную полосу, водителю грозит штраф 1500 рублей. Правда, если оплатить его в первые 20 дней, то сумма уменьшится в половину. Отметим, каждый комплекс видеофиксации может включать в себя несколько камер, направленных в разные стороны. И подчеркнем, за последние месяцы дорожный фонд пополнился на 750 тысяч рублей. Куда будет развиваться Барнаул и насколько остро стоит для него вопрос дефицита земли, о котором постоянно говорят застройщики, на дискуссионном клубе «Точка зрения», организованном Сибирской медиагруппой, обсудили генеральный план города. Проектный документ все еще находится в разработке. Подробности в видеосюжете. Еще в 2019-м разработчики Барнаульского генплана, это питерские специалисты, вектор развития города видели внутри него самого. На месте сноса аварийного и ветхого жилья и неработающих предприятий. Но уже сейчас вектор изменился, сообщили представители мэрии. И расширять столицу края в рамках генплана разработчики и общественность собираются иначе. В северо-западном направлении в сторону аэропорта, на правый берег Аби и в южном направлении. В общей сложности это 500 гектаров. Казалось бы, раздолье, но есть свои нюансы. Вводя в оборот столь крупные территории, особенно если мы говорим о северо-западном планировочном районе, мы должны понимать, что мы нагружаем наши основные магистрали, то есть это и Павловский тракт, и проспект Красноармейский, и мы, принимая те или иные решения генерального плана, мы должны четко осознавать, как мы будем решать вопросы развития транспорта. То же самое касается и правого берега. Застройщики правый берег осваивать не против, но предстоит решать массу вопросов. Прежде всего, там совсем нет инженерной инфраструктуры. Там опираться надо на газ, да, прежде всего, если говорим о тепле, а все остальные это вопросы решать надо. Есть направление на север. Ну, оно тоже направление непростое. Застройщик считает, что развиваться в северном направлении можно, но в перспективе, по его мнению, вероятно, придется переносить аэропорт. Необходимость развития правого берега Аби признает и глава города Вячеслав Франк, но в то же время считает, что это перспектива не самых ближайших лет. Ведь при нынешнем спросе на жилье строят достаточно, уверен глава города. Строитель будет строить ровно столько, сколько он продаст. 550 тысяч квадратных метров жилья мы с вами должны ввести в этом году. Дает ли город Барнаул сегодня плановые показатели? Дает. Есть ли перспективы исполнения плана? Они есть. Земельные участки, и они есть у города. Но надо понять, если мы находимся в 500 тысячах квадратных метров, то земли достаточно на такой, ну я бы сказал, большой или среднесрочный период. Новый генплан предусматривает и развитие промышленного производства на территории города. Поэтому, отвечая на вопросы развития этого сектора, мэр оперировал данными статистики. У нас индекс промышленного производства 109 сегодня. Можно простым языком, рост 9%. В крае 101. В Российской Федерации 102. Но это же цифры. На сегодняшний день
в предварительном функциональном зонировании города предусмотрено две большие территории специально под развитие промышленного комплекса. Это, ну, если будем говорить, территории по улице Космонавтов, по проспекту Космонавтов, и территории в северо-западном планировочном районе, то есть большая территория. Вячеслав Франк добавил, что главная задача генплана – создание комфортных условий для жизни горожан. И при принятии обсуждать его должны и будут жители города. Что я вижу в своем городе, если все-таки попробовать вам ответить на этот вопрос. Нефти мы не найдем, угля мы здесь не найдем. Это комфортный, уютный, красивый город, спортивный город, город искусства, творчества. И все для этого, в принципе, в городе есть. Известно, что работу над генпланом предварительно должны завершить к концу этого года. Уже сейчас его активно обсуждают и архитекторы, и строители. А позже генплан представит общественности. За ней будет окончательное слово. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. Продолжим тему развития Барнаула, а точнее идею застройки правого берега краевой столицы. Возникла она еще в советские годы, но по разным причинам до сих пор не начала воплощаться в жизнь. Как к перспективе освоения правого берега города относятся современники, мы спросили у них самих. Со стороны затона? Да, скорее всего, можно. Как раз люди там, если укрепить дамбу и все. Скорее всего, тот вариант больше подходит, чем уже в черте города. Ну, если есть финансы, конечно, почему нет? У нас, кстати говоря, и набережная, да, здесь на краю города получается. Если бы она была застроена, та часть, то, может быть, и набережная больше была удобна для посещения. В Тюмени, например, там набережная 4 километра, там два уровня, по крайней мере, на протяжении 4 километров. И причем они с другой стороны тоже строят набережную, потому что город продолжается в Тюмени и с другой стороны реки. А это бы хорошо, конечно, но денег в кассе у администрации города Барнаула нету. Хотя здесь бы достроили, довели до ума этот берег. Тот берег не надо, пусть что-то хоть останется. В сторону аэропорта пусть осваивают. Это надо очень серьезно капитальные вложения. Надо дамбы, то есть капитальные гидротехнические сооружения. Это требует серьезных капитальных вложений. Там вот даже в затоне находится магазин Мариера. Мне продавцы рассказывали. Ну, в этом году не было, да, вот паводка большого. Вот когда был паводок, года три назад, там уровень воды в магазине был 50 сантиметров. Давно уже пора. Конечно, здесь можно строить, расширять город. И приведем еще одно мнение по поводу дальнейшего развития Барнаула. Директор одной из строительных компаний краевой столицы Ксения Белоусова признает, что из-за дефицита земли в Барнауле многие застройщики могут уйти в другие города и даже субъекты. Но эксперт в этом видит даже плюсы, в первую очередь для самих застройщиков. Таким образом, можно расширить бизнес и достичь определенного уровня амбиций. Что касается будущего Барнаула, то она считает следующее. На самом деле, очень сильно хотелось бы, чтобы город, конечно же, дальше развивался, потому что экономическая ситуация может поменяться, а для того, чтобы застройщики смогли строить и осваивать земельные участки, как правило, доходит до подготовки исходно-разрешительной документации до 4 лет. Соответственно, изменив социально-экономическое положение на территории города Барнаула, не сразу, далеко не сразу смогут получить все необходимые документы. Тут могут быть такие проекты, как комплексное развитие застроенной территории. Но здесь всегда будет очень сложный вопрос стоять, потому что это та процедура, которую начинаешь делать, она может доходить до 10 лет. Пока включится в программу, пока произойдет фактическое расселение, пока произойдет перераспределение земельных участков, это очень длительные процедуры. Поэтому если мы хотим видеть какие-то площадки на 25-30 год, мы сегодня в 22 году должны начинать уже активно этим заниматься. В противном случае у нас новых площадок не будет. Да, многие говорят о том, что по генплану такое-то назначение земельного участка, но для того, чтобы выйти с инициативой изменения в генплан, нужно сначала разработать само техническое задание и понять, куда мы хотим развиваться, сколько мы хотим развиваться, какие у нас сети, какие необходимо построить социальные объекты. Потому что по факту сегодня получается, мы строим жилищное строительство, социальные объекты очень сильно отстают, и поэтому у жителей возникает очень много жалоб, потому что они просто не могут те потребности социальные, которые необходимы, детский сад, школа, обеспечить своих детей и вынуждены возить.
Поэтому это такой комплексный вопрос, который требует комплексного подхода уже на стадии формирования самого технического задания. Индустриальный район действительно, он уже как полноценный город, как центр притяжения. Сегодня из той федеральной земли, которая по генплану попадает под жилищное строительство, порядка 300 гектар еще предоставлено под жилищное строительство. И тут, конечно, необходимо уже сегодня решать вопросы транспортной доступности, потому что сегодня все стоит действительно в пробках в той части. А говоря о перспективах, каждый застройщик ее видит по-разному. Кто-то видит в развитии потока, да, но опять же мы тогда говорим о том, что нужно переходить к расселению, это такой сложная достаточно процедура. А кто-то видит правый берег, это тоже сложная процедура, в том числе исходя и из транспортной доступности. И второй вопрос очень большой сегодня стоит кадровый. На самом деле кадровый голод застройщики испытывают уже в течение последних 4 лет. И если сегодня те работники, которые работают, потеряют на какой-то период место работы, а строительная отрасль – это достаточно специфическая отрасль, и прийти из другой отрасли и переучиться – это тоже очень длительный характер. На это требуется. Мы просто потеряем пласт специалистов, не только рабочие специальности, но и также инженерно-технические работники. Мы постоянно находимся в поиске. С сентября распределением так называемых экологических платежей, поступающих в региональные и муниципальные бюджеты, будет заниматься Министерство природы Алтайского края. Именно региональное ведомство, а не федеральные структуры, сможет составлять теперь план природоохранных мероприятий. А это значит, что будет больше шансов быстрее помочь природному объекту. По словам сотрудников ведомства, жители нашего края чаще всего просят сохранить тот или иной водоем от загрязнения или высыхания. К примеру, недавно люди в очередной раз жаловались на состояние озера Малые Ракиты Рубцовского района. Правда, в ведомстве подчеркивают, что для сохранения этого и других природных объектов нужно соблюсти один важный критерий. Для того, чтобы включить данный объект, необходимы результаты мониторинга водных объектов за 3 года. Озеро Малые Ракиты, нам о нем известно, потому что обращения уже поступали и ранее, и с этого года ведется мониторинг. Следы от бензина, мертвая рыба, гнилые деревья – это лишь малый список неприятных вещей, которые стекаются в Обь. Жители Ленинского района показали нашей съемочной группе, в каком состоянии находится река Пивоварка, которая течет через весь город. После кадров, которые вы увидите, возникает много вопросов. Тему продолжит Ирина Корчагина. Вот вплотную жилая зона, забор. Причем это не вчера и не сегодня, это годами валится. Это настоящий рай для бомжей и настоящий ад для местных жителей. В дебрях Ленинского района можно идеально спрятать бытовой, строительный мусор и даже из всего этого построить новый дом. Ольга Богданенко живет на улице Монтажников и часто гуляет вдоль истока реки Пивоварка. И женщина может угадывать, что у жителей района сегодня было на ужин. Вот тут у нас люди мусор сваливают, трубу себе для слива устроили. Но нас просят зафиксировать именно факт слива. Вот этого недостаточно. То здесь должно течь, чтобы был факт? Видимо, да. То, что там лапша, морковные очистки, окурки, этого недостаточно для факта. Местные жители периодически устраивают здесь субботники, убирая с берега и воды отходы за своими соседями. На выходных собрали 60 мешков. Если активисты еще в состоянии убрать какой-то мелкий мусор, даже вывозить его килограммами, то явно вот такой вот уже им не по силам. Получается, одни чистят берег, другие захламляют его, третьи не контролируют, в каком состоянии находится водная зона. Когда-то в ней ловили рыбу и купались. Теперь безымянные озера превратились в болото. А ведь все это, говорят местные, и есть начало пивоварки. Вот это меня в частности интересует. Либо это русло пивоварки, либо это сточные воды, которые опять же без очистки, без всякой, попадают в озеро, соответственно, в пивоварку. Пивоварка начинается с садоводства «Трансмаш». И она родниковая. Водоем садоводство «Трансмаш». Так от него вообще ничего не осталось. Так еще недавно вода была. Была, Лен. А вода вообще есть? Ну, вот в прошлый раз я снимала месяц назад, была еще вода там. Река родниковая и идет дальше. То есть мы приходим к озеру, которое находится на Совхозной. Что мы видим здесь? Озеро захламлено. Мы видим мусор, мы видим грязь, мы видим нечистоты. Дальше это все идет, это пивоварка. И дальше это идет в Обь. Поэтому почему люди удивляются, что пивоварка покрывается разными цветами? А удивляться не нужно. За всем нужно следить. То есть все требует ухода, какого-то статуса. Тем более, что до сих пор стоят таблички «Природоохранная зона», «Водоохранная зона». Они до сих пор стоят.
Мертвая рыба и следы от бензина. Сегодня экологическая катастрофа в Ленинском районе волнует только нескольких человек. Для прояснения ситуации мы отправили запрос в администрацию района. То, что копилось годами, все равно придется дружно разгребать и жителям, и властям. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. С приставкой «исполняющие обязанности». Алтайский край за последние годы поставил своеобразный антирекорд по числу вакантных мест высшего уровня в краевых ведомствах. Так, больше года Министерством образования руководил сотрудник с приставкой ИО. И вот уже 4 месяца подобная ситуация наблюдается в Министерстве спорта. По мнению профессионального сообщества, это негативно влияет на отрасль в целом. Многие спортклубы не могут сформировать будущий бюджет, инфраструктура развивается медленно. Почему в регионе так долго происходят кадровые назначения? В специальном репортаже Дмитрия Дроздова. Бывший министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев ушел в отставку 15 апреля, и до сих пор это вакантное место пустует. На него претендовалось десяток разных кандидатов, от руководителей федерации до заместителей профильного ведомства. Но сейчас ситуация изменилась. Эти кандидаты не прошли отбора. Что касается новых кандидатов, здесь ситуация неоднозначная. О том, что в спортивной отрасли края не все спокойно, ясно давно. Многим федерациям не хватает финансов для развития. Перспективные игроки покидают клубы, а инфраструктура развивается слишком медленными темпами. И по этому поводу многие уже бьют тревогу. Так, депутат АКЗС Сергей Писарев предложил ограничить время назначения министров максимум 3 месяцами. Парламентарий рассказал, что уже обращался с такой инициативой в приемную президента. Но везде один ответ. Спасибо за беспокойство. Этого вполне достаточно для того, чтобы компетентные органы проверили кандидатуру человека, который претендует на должность, государственную должность министра той или иной отрасли. У любого ведомства должен быть руководитель, который должен брать всю ответственность на себя. В должности ИО 2 года находился глава Минэкономразвития Анатолий Нагорнов. Год – Светлана Говорухина, что только недавно назначена министром образования. Теперь вот ситуация и в Министерстве спорта. Отчего возникла мода на исполняющих обязанности – вопрос скорее риторический. Ну а затянутых назначениях волнуются уже не только депутаты, страдают уже и команды мастеров. По словам директора хоккейного клуба «Динамо Алтай» Руслана Чайкина, несмотря на то, что бюджет на этот год был сформирован, в прошлом без министра профильного ведомства тяжело. Нужны своевременные корректировки, в том числе и финансовые, а их не с кем решать. Отсутствие министра спорта, ну да, до сегодняшнего дня у нас пока и нету, да, министра. Не знаю, ждем, когда назначат. Есть сложности, да, но с формой сложно сейчас. В нынешних реалиях очень сложно там найти форму, и она сейчас стоит баснословных денег. Поэтому по всей стране там и собираем плюшки, и ищем где-то подешевле. «Динамо Алтай» в этом сезоне будут выступать вновь в ХЛБ, в лиге, от которой хочется убежать. Пару лет барнаульцы играют в первенстве и давно переросли этот уровень. Отчасти поэтому и обновляют состав. Игроки хотят расти и развиваться на высших уровнях. Но из-за того, что в последние месяцы пустует место министра спорта, обсудить какое-либо увеличение бюджета или вариант с повышением в классе опять же невозможно. Попробовал свои силы в Белоруссии. Но, к сожалению, не получилось договориться о условиях. До этого было предложение от нового клуба «Феникс», которое заинтересовало меня. Мне понравился проект, амбиции у клуба. Зависело ли это от того, что клуб выступает в ХЛБ? Я повторюсь, что любой игрок хочет прогрессировать, развиваться, делать шаги вперед. Что касается из кандидатов на пост министра спорта региона, то их было полно. Это и президент Федерации кикбоксинга Вячеслав Перерядов, бывший заместитель министра спорта Юрий Самсоненко, и этот список можно продолжать бесконечно. Приглашали даже экс-спортсмена из Красноярска, но, насколько я знаю, ничем это не закончилось. И вот один из явных, наверное, кандидатов – Иван Нифонтов, президент Федерации дзюдо в Алтайском крае. Даже многие руководители федерации хотели бы видеть бронзового призера Олимпийских игр на этом посту.
Я идейный человек, да, если нужно, то, конечно, наверное, соглашусь, но вопрос в том, что посчитают нужным, да, если скажут, что нашему региону нужно, да, тогда, конечно, будем впрягаться и тянуть эту ношу, потому что, ну, я так скажу, что не совсем благодарная история, потому что как ни крути, для всех мил не будешь. Уже в конце лета, начало осени, стартует сезон у многих профессиональных команд региона, руководство которых не знает, с кем согласовывать многомиллионные бюджеты. Кроме того, в ближайшее время необходимо сформировать бюджет на будущий год. От этого зависит подготовка спортсменов к различным турнирам. Объективно, если брать мы спорт, да, спортивное ведомство, то формируются бюджеты, и люди, федерации, да, переживают, как будут заходить наши клубы, вот, потому что, ну, нервность присутствует, так скажу, вот, и это, ну, не очень хорошо. Неизвестна судьба и нескольких крупных инвест-проектов. Например, нет никакой новой информации о строящихся барнаульских физкультурных комплексах. Эти проекты сейчас, по сути, никто не контролирует, и непонятно, успеют ли их возвести в срок. И клубы, и федерации хотят уже определения. Когда назначат нового министра спорта в регионе, этот вопрос мы адресовали краевому министерству. Но ответ на наш официальный запрос более чем расплывчатый. Решение о назначении на должность руководителя органа исполнительной власти принимается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Компетенции Министерства спорта Алтайского края решение обозначенных в обращении вопросов не относится. Недокомплект министра в нашем крае, отмечают разные эксперты, за последние годы стало уже своеобразным трендом. И с одной стороны, на подбор подходящей кандидатуры на такой ответственный пост, конечно, требуется время. Человек, во-первых, должен уметь отстаивать интересы отрасли на разных уровнях, в том числе и федеральном. И, во-вторых, уметь выстраивать отношения с бизнесом в регионе. Одним словом, быть авторитетным и пробивным. К сожалению, не всем это под силу. И с другой стороны, затягивание в вопросе назначения все больше усугубляет проблемы, которых немало в сфере, и они, к сожалению, копятся. Вот такой вот сложный кадровый вопрос. Мне кажется, вот должно быть... Во-первых, профессионал все-таки из спортивного сообщества, он понимал проблемы спортивного сообщества. Вот. И плюс, наверное, очень важно, чтобы он смог организовать команду. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Концерты, фестивали, спортивные соревнования, мастер-классы и, конечно же, фейерверк. День города в Барнауле пройдет ровно через неделю. И власти на днях рассказали о программе предстоящего праздника. Его главными подарками станут выступления чеченского ансамбля и 7-минутный салют на площади Сахарова. Причем фейерверк планируют не один, залпы прогремят во всех районах города. Что еще интересного ждет в день рождения Барнаула, расскажем в сюжете. Культурная программа обещает быть насыщенной, рассказали на пресс-конференции в мэрии города. Праздничные площадки по традиции разместят по всему Барнаулу. К примеру, в парке Центральный пройдет национальный карнавал «Шествие», а на Малотобольской ожидаются выставки, ремесленные мастер-классы, фотозоны, гастрономический фестиваль, квесты и театральные постановки. Во-первых, это сценические мероприятия с участием танцевальных коллективов, трех музыкальных групп. И в завершение дня мы хотим это все закончить шоу пиксельных костюмов. Около сцены будут также проводиться мероприятия, которые задействуют жителей города Барнаула. Можно будет записаться заранее на квест. Но центральным местом празднования пока все же остается площадь Сахарова. До конца месяца там завершат ремонтные работы, а в первых числах сентября перекроют дорогу и начнут возводить сцену. Один из главных гостей торжества – известный в России ансамбль национального танца Чеченской республики под названием «Войнах». Концерт коллектива пройдет в ДК города. В мэрии подчеркнули, что приглашенных звезд эстрады на праздники в этом году не будет. Вот эти бюджетные деньги мы тратим для того, чтобы дать возможность нашим коллективам, нашим жителям Барнаула реализовать свои творческие возможности. Мне кажется, это когда ты готовишь сам праздник и сам же принимаешь в нем участие, это более интересно. Те традиции, которые сложились, они будут продолжаться. Насыщенной будет и спортивная программа. Ожидаются выступления мастеров спорта, хоккей на траве, метание ножей, заплывы в открытом бассейне ОБ и даже соревнования по тяганию гири. Поднять ее нужно будет ровно 292 раза по числу лет города. На площадке возле Ледового дворца Титов-Арена будет организована
соревнования по баскетболу 3 на 3 на Кубок города. Также на этой площадке будет, у Дворца спорта будет организован мини-скалодром, где пройдут соревнования и мастер-классы по спортивному скалолазанию, где могут жители попробовать свои силы тоже. До дня рождения Барнаула осталась ровно неделя. Сейчас все районы города заканчивают подготовку к предстоящему празднику. Во всех из них в 10 часов вечера прогремят салюты. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. И на этом у меня все новости. Такой запомнится эта неделя. Отличных всем выходных. А я напомню, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545 через несколько секунд. О погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.